В Кирове в результате аварии пострадали 5 человек. В четверг около 9:30 вечера на перекрестке улиц Конева и Солнечной столкнулись «Лада Калина» и ВАЗ 14 модели. За рулем первой был мужчина старше 70 лет, а ВАЗом управлял 23-летний молодой человек. В результате травмы получили оба водителя, два пассажира «Калины» и один пассажир ВАЗа. Больше всех пострадал молодой водитель 14-й модели. Его пришлось госпитализировать. О происшествиях в Кировской области и других регионах расскажем далее. В Кировской области ищут двух без вести пропавших молодых мужчин 97-го года рождения. Около 2 недель назад они выехали из города Мамадыш на реку Вятку, чтобы испытать мотор дюралевой лодки. С тех пор о них ничего не известно. Телефоны пропавших недоступны. В поисках участвуют десятки людей, в том числе полицейские и волонтеры. Во время исследования акватории реки спасатели обнаружили вещи, которые опознали родственники пропавших. В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на иностранного студента. Оно произошло еще в середине февраля на улице Красный Казанец. Студент из Ирана, который учится на врача-стоматолога в университете имени Сеченова, в тот день договорился встретиться со своей знакомой. Накануне он получил перевод на 800 тысяч рублей и носил деньги с собой. В назначенное время девушка приехала на встречу не одна, а с тремя мужчинами. Она пригласила студента сесть в машину. Там ему стали угрожать пистолетом и забрали рюкзак с деньгами. Столичные полицейские задержали одного из подозреваемых. Он заключен под стражу. В Тольятти сотрудники ГИБДД после длительной погони поймали пьяного водителя. Они заметили машину, которая хаотично двигалась по дороге. На требование остановиться водитель лишь прибавлял газа. Через некоторое время машину занесло, она наехала на бордюр. Водитель выскочил из автомобиля, но его быстро догнали. Оказалось, что за рулем был 25-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Вместе с ним ехали 4 пассажиров. Еще один пьяный водитель был замечен в Улан-Удэ. Он протаранил заправку, едва не сбил людей и врезался в патрульную машину. За пьяным гонялись сотрудники Росгвардии. В итоге им удалось заблокировать автомобиль. За рулем был 33-летний мужчина, которого уже наказывали за вождение в нетрезвом виде. 16-летний школьник из Тюмени организовал бесконтактную доставку пирожков. Его бабушка собрала гостинцы для соседей, но тут возник вопрос, как их передать, ведь в регионе действует карантин. На помощь пришел внук, который увлекается дронами. Он привязал пакет с выпечкой к летательному аппарату и отправил его пожилой соседке. Был сильный ветер, но дрон благополучно доставил продукты и вернулся обратно. У сотрудников ГИБДД в Красноярском крае завелась пернатая подруга. Это самка глухаря, которая ежедневно к 5 утра прилетает на пост к полицейским. Она не просто сидит рядом, но и позволяет себя погладить. Инспекторы настолько привыкли к птице, что придумали ей имя – Надежда.